Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовы. В данном выпуске хотел бы рассказать по поводу ловли уклейки на одном из водоемов в Подмосковье. Это река Петрица, район Сергеевка. Вот, нахожусь. Снасть простая. Удилище 6 метров. Катушка, в принципе, какая вам подручней. У меня нарционка стоит. Можно без нарционку ставить. Вот. Основная леска 0,2 у нас идет. Поплавочек граммовый стоит. Ну, там не граммовый, то, наверное, грамм полтора. Вот. Поводок у меня длиной сантиметров 35, наверное. Вот. Отгрузила. Леска 0,1. Ну и, соответственно, крючок самый маленький, ловлю на опарыш, вот на одну личинку опарыша. Внесла природу корректира в мои планы. Хотел снять более подробное видео, но поднялся ветер, выгнало тучи. Ветер сильный поднялся, вот. Ловля очень активная, довольно-таки бойкая рыбка. Встал на точку, наверное, минут 30-35 я ловлю по времени. Вот так пришел, в принципе, поймал не так уж и много. Клейка. В дальнейшем пойдет она на засолку. Вот. Глубина места ловли где-то 1-2 метра. Ловим мы эту рыбу с полуводы. В среднем слое, в верхнем слое. На верхнем слое по большей части стоит мелочь. В среднем слое стоит такая покрупнее. Пробовал ниже со дна ловить, но поклевки в разы меньше там. Если там в среднем где-то из 10 забросов там 10 поклевок, то здесь из 10 забросов там 1-2 поклевки. То есть раз в 8 хуже. Вот. Время сейчас середина мая у нас. Плотва пошла в терку, я вот выкладывал видео у себя на канале. Плотвичка, клейка в перемешку. Пришел, пробовал ставить другие крючочки покрупнее. Вот с собой ношу мотовил с навязанными уже. Ну, пробовал по 2-3 опарыша ставить, но поклевки хуже. Поймал одного окунька, так думаю, случайно он бродил. По дну поймал я его. Вот. Клев хороший, клев активный, бойкий. То есть там практически на каждой проводке, на каждом забросе садится по рыбке. Редко-редко очень когда сбивает. Вот. В принципе, рыбалку удалось. Сейчас в дальнейшем буду дальше продолжать ловлю. Время сейчас у нас без 15:07. Вот, часов до 8 дома посижу еще часик и пойду домой. В принципе, как-то так. Все, ребят, всем удачи, всем удачных рыбалок. Увидимся на канале. Пока-пока.